Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. Ну и сегодня у нас подъехала третья часть Atomic Art. Короче, похуй, пускай будет арта, как всегда. Ну, вы все, в принципе, и так все прочитали. Я думаю, ну все, можно сразу ждать продолжить. Где мы вчера остановились. О, скажу, пока идет загрузка, что каждый день, практически каждый день на Твиче проходят стримы. Также есть Дискорд, где я выкладываю все новости, когда выходит новый ролик и когда начинается стрим. Все ссылки есть в описании, ребят. Не забываем на это переходить. Опачки. А я что-то не то загрузил, что ли, походу? Блять, ну здесь, ну погоди. Так хочется это посмотреть. О, я не помню этой серии, слушай. Схема. Найди схему. А, все, вспомнил. Это яблоки, да. Козленочком там станет и все такое. Да, все. О, видал? Блин, ну даже не хочется отсюда уходить. Придет в движение. Хоть что-нибудь. А, о, кстати, пока мы смотрим мультик, я тут посмотрел. Швора выпустил второй ролик по поводу, ну, Atomic Art. Харта, короче, атомного сердца. И я так понял, он что-то поставил зачем-то русский язык. Я думал, он дальше будет шпарить на английском все. Что-то он решил исправиться. О, ну, короче, вы поняли. Кончился мультик, пойдем. А, нет, все. Мы на этом же месте все как надо. Но мы ход вообще уже помним, в принципе. Мы же вчера здесь были, так что я думаю, туда нет смысла идти. Мы просто его вот так вот жмакнем и все. Профессионал просто прошел. Чик. Ну и поехали. Где наша эта что? А, нифига. Подожди, я же забыл, надо же дверь это запустить же. Ой, надеюсь, сработает. Фуникулер готов. Прыгаем. Извини, на сегодня. 7, 6. Ох, я думаю, это будет веселая прогулочка сейчас. Прокатимся с ветерком. Доехать бы без приключений. Ну, я сомневаюсь, что их не будет. Тоннель просто разнесли. О, уже роботы проехали мимо. Еще один. Я думаю, они сейчас начнут прыгать на нас, да? И придет. Ой-ой-ой. А чё? Очень опасная штука. О, глаза лазеры. Блять. Походу все, приехали, да? Ну, в принципе, я считаю, это мягкая Черт, посадка я была. Я так и знал, что спокойно не доеду. Нормально. Сразу, да? Осторожно. Тихо. Обрыв впереди. Я понял, что обрыв-то. Не, они меня зажали. Мне в сторону надо отойти. Я их не вижу. Где ты? Стой. Блядь. Ну-ка, на X. А, на X быстрый хил. О. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Это сейчас был, типа, чего, подъеб такой небольшой? Так, ребят, ну-ка пишите в комментарии, это подъеб был, да, сейчас с его стороны? А чё? А, подожди, вот же можно засканить, да, типа тему. И... Оп! И чё, не зацепился? Что-то, походу, не то. Жёлтые трубы! Нажмите пробел, потом В возле трубы и... схожего объекта. Я понял. Оп, поползли. Блин, камера так плохо поворачивается. О, я понял, сейчас вон на ту тему надо будет перепрыгивать. Принц Персии в действии, да? Оп. Слушай, блин, я никогда не обращал внимания. Вы смотрите, как руки прорисованы нормально. О-о-о! Что-то я загляделся на руки, капец. Это было неожиданно. Максимально. Соглашусь с вами.
У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. А чё, я допрыгну до туда? Нет, я же не до... А чё? Ну ёб твою медь. Так. Почему так не получилось? Ну-ка поползли еще раз. Про хорошую реакцию, мне кажется, это что-то они напутали. Я руки разглядывал, вообще сидел. Представляете? Блин, вот это сейчас послание будет Антохе. Антох, ты прикинь просто. Джек сейчас просто уберег. От... ты куда полез? От произвола судьбы, так сказать. И сказали, что это просто хорошая реакция. Фига не летают как быстро. А вот туда я не смогу же спрыгнуть? Нет? Нет. Сюда нет. Ну, блин. Ну, до утеса же надо прыгать по-любому. О, допрыгнул. А чё я тогда не смог? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Раз. Это ведь был Буров. Горнопроходческий робот. Совершенно верно. Я думал, что это за глист, нафиг он нужен. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горы. И мои кишки. Может бурить одновременно. А че так неожиданно? Как это вообще? Блин. Я не думал, что он здесь сможет вылететь. Просто две дырки в жопе теперь. А! В смысле? Там не сохранилось? Осторожно! Обрыв! Да я понял, что обрыв, и опять их убивать? Блять, он мне все супер ударом. Да дайте мне выпу... Я что, опять умер? Подожди. От... Где дробовик, сука? Иди... О, блядь, я промахнулся, что ли? Ай! Опять промахнулся! Все, тот свалил. Ой. Конечно, неожиданно. Нам необходимо как-то второй делать дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. А, вот он лежит. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Еще один не подъем. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Ну. О, давай. Оп, прыгай. Блять, чуть не упал. Так, сейчас вылезет эта тварь. Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Так, сюда сразу отойдем. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Блять, так хочется это собрать все. Я думаю, зря сюда я иду. Ёб твою мать, голова, глаза! Ой, иди, лазеры! Блин, зачем этому роботу лазеры? Это же не супермены. Блять. Главное, он их... Ой-ой-ой. Блять, хильси. О-о-о. Где мой дробовик? Сука. На тебе. Ой. Ну, блин, нет. Лут это того стоил. А как она так зацепилась, слушай, за эту тему? Оп, мы ей помогли, если что. Блять, ноги лишили, ну ладно. В принципе, ей от робота новую пришьют, и все будет хорошо. Я уверен. А, по низу надо. Чего? Побы? Больше иметь, надо побольше производить. А, чтобы, блять? Фу ты. Побы. Так, а что, есть тут что собрать у нас? Я вот и говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я с ними ухаживал, восхищался.
могучие, продуманные. И вдруг такая ирония. Вы о чем? Буравы — лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Нифига, их что, слили? В чем ирония? Смешно сказать. Я робототехник. За мной буравы закреплены были. Когда роботы нападать стали, я скорее сюда побежал. Отключили своих хотел. Да под зубы и попал. Мои же подопечные меня погубили. Вся это завалило. Теперь сами роют себе что-то. Одним им понятное. Как во сне. Что там снится-то им без человеческого управления? Мне некогда. Простите, мне некогда. Да, конечно, конечно. Блин, то есть мозг у него еще все еще работает он. Ну, блин, а вот этот не расчленяется. Слушай, почему-то. Так, надо собрать, я тут не до конца все собрал. А вообще, хотя нет, я, наверное, мало еще прошел. Я просто думаю, когда уже новое оружие что-то будет подобное. Как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блядь. На фуникулёре прокатиться. В нормальной обстановке сеть фуникулёров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком. В следующий раз. Так, сейчас я так понимаю, мне надо попасть здесь в тайминге, да? И это все, блядь, пройти, что ли? Давай, ходыщ. Ой, блядь. О-о-о! Пиздануло. Сейчас еще раз пизданет. Ёб твою мать, я в проводах запутался. Стой! Да что, блядь? Помогите! Ёб твою мать. Фух. Комфортная была. Я ж вспотел немножко. О, сюда, наверное, можно зайти, можно, да? Отдых, точно. Может, можно что-то улучшить? Ну, а посмотреть серию еще про зайца. Ну, погоди. Чертеж открыт леса. Я какой-то чертеж нашел. Блять, прекрасные мультики. А, нет, так, это выход, да. А что, нету этой? А где моя женщина? Капец, я думал, сейчас она мне получит улучшить. Чтоб подрос немножко этот. А вон она нас тут. Ёб твою мать. Лазерная стена. Я это понял. Это сложное охранное устройство. Не надо это просто трогать. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Опа. Ой, опять это свихнувшееся... железка. Слушай, а я с дробовика не пробовал стрелять, а он будет расчленять? Ебать, еще как. Все, больше патроны тратить я не буду. Ну что, здравствуй, вот она ты. Милый, ты вернулся. Конечно. Почему так долго? Мне было так одиноко. Просто тебя куда-то перенесли. Дай мне защиту от лаза. Ах, какой брутал. Я вся дрожу. Понести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Поцелуй, не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, и мы сможем навсегда быть вместе. Так, тебе вдарить, что ли? Или на куски разобрать? Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентом. Главное, установи защиту от лазера. Как? Защита установлена. Папа. Так, установлено. Давай мы сразу сейчас модернизируем. Лиса. Топорище какое-то, да? Блин, топор потратить или улучшить дробовик? Подожди, а мы вот этот что ж не можем улучшить? Улучшение давай. Установка кассетного модуля позволяет наносить... тонкий слой особого химического полимера на лезвие оружия, придавая ему дополнительные свойства, при котором при контакте с противником. А есть урон, кстати, да. Блять.
Давай мы посмотрим урон. Че, я от своего золотого топора откажусь? А тут я не могу посмотреть, да? Типа лучше он или не лучше? Ладно, давай пока улучшим дробовик наш. Магазин нельзя? Да, так и сделать магазин. Что-то не все открыто. Ну, значит, давай создаем лесу. А, не хватает ресурсов. Все. Че, типа надо проскочить, говорит, да? Твою мать, больно. Ни хрена себе защитился. Меня же взбудоражило. Чуть не убил он, ну. Чуть не убил, это лучше, чем убил его. Понятно, что это... Ой, не нравится мне это место. Я думаю, тут сейчас будет что-то... Тут головоломку я уже вижу. Что-то на столбах неспроста. И я думаю, сейчас опять будет какой-нибудь тут мини-боссик. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Опа, это та врачиха! Она предательница! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе! Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров, руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну стоять! Ёб твою медь! Тихо. Так, сейчас тут походу налетят. Ой-ой-ой. А почему он говорит нападение, а я не могу так сказать? О, патроны. Последний патрон. Ну-ка давай. О, прокрутку сделали. Блять, у меня же голова закружилась. Где? Он командует роботом. Прям как своими собственными. И двери за собой как-то заперты. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Началось. Уважаемые сотрудники, прослушайте этот щебетарь и оставьте на месте. Это должен запомнить каждый. Ни при каких обстоятельствах нельзя забирать домой образцы растений, даже безобидных. Цветы из лаборатории могут обладать заложенными генетическими свойствами, которые сильно испортят комфорт вашей жизни. Все, что выращено в лаборатории, должно оставаться в лаборатории. Очень интересное дерево такое. Знаете, на что похоже? На эти... Нейрон, хотел сказать, иронные связи в мозгу. На нейронные связи. Не открывается дверь? Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Это генератор. Представляете? Это, блядь, генератор. Береза, ласточка, 4, генератор. Охренеть. Чё чувак нам скажет? Ползут в стенах, ты слышишь? Скребутся. Я боюсь. Я очень их боюсь. Да тебе уже нечего бояться. Ты погиб. Именно. Я видел, еще живым видел, как мертвые встают. Не хочу больше. Боюсь. Мертвые встают? Это что такое? Кого их-то? Роботов? Нет. Роботы убивают просто и быстро. Но эти... Остаточно полимерная память иссякла, товарищ майор. Ясно. Убивают тут не только роботы. Что это может быть?
Не знаю. Но совру, если скажу, что мы этого не узнаем. Понимаю. Да, так, еще есть кто-то, кто будет нас убивать, да? Я так понимаю, это... А вот не скажу нахуй, кто это. Увидим все. Блять, че они вот тут сидят? Так, маленькие хилочки, у меня их много, можно поиспользовать. Музыкальное сопровождение просто божественное. Максимально прям. Так, мы сейчас все соберем сначала. А где Сирия? Ну погоди. Какого хрена? Почему ее нету? Телек же работает, все как надо. Оп, еще часы давай послушаем. То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Пистолет! Нет, нет, вы мои слова не искажаете, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев, Пельмоненко? Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным. А не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в сотый раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана, мы закончили. Короче, у чувака зависти. До хрени. Что, ее всегда в руке держать? О, блядь. Свеча — это сложное, нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Надо открыть сначала. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. То есть в рюкзаке она может взорваться... А бросать и кидать ее можно. Ну, в принципе, логика, как и всегда, везде работает, как бы. Форсаж 3000 начинается какой-то, мне кажется. А че, никто... Так спокойно мне дадут этот глаз донести? Ой, бля, не туда. Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Вот что-то я вот с этими вообще воевать не хочу. С погрузчиками. Они загрузят меня и вон куда-нибудь на карьер нам отвезут. О, с него что-то вытащить можно? А, подожди, что это? А если топориков? О, блять, это что? Это что было? Ты что, на колесо меня намотало, что ли? Херня, короче, какая-то, ладно. А, тихо, блядь, не успел. Давай, открывай. Еще разок. Оп. Ух ты. Не-не-не, они меня тут могут намотать вообще, в принципе, на фарш-то. Кто-то орет. Похоже на голос Петрова. Да-да-да, сейчас, подождите. Надеюсь, не размазала пыль. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. Смотрите, КС-23 электромагнитный ствол. Блять, вот это надо создать. Пушки, пожалуйста. О, в смысле уже имеется? А нахуя тогда? О! А, ну это этот, так, ПМ, это то-то-то. Дульный компенсатор. Кассетный модуль. Штатный прицел.
Блин, а большой магазин-то можно уже поставить, как бы, нет? Как его открыть надо? Увеличенный магазин позволяет вести уровень 1, уровень 2, уровень 3, уровень 4. У них еще и уровни какие-то есть. Короче, давай мы тогда это... Пока похороним ресурсы. Я понял. Давай к СПМ постреляем, посмотрим, что это такое вообще. И где этот наш маленький... Ё-моё. Это тем-то вообще меня может... О, я же могу перепрыгнуть, да? Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. О, тихо! То есть надо сейчас мне эту дуру со шкафом тут поймать, да? Вот с таким вот. Нет, а не допрыгну я? А, нет, допрыгнул. Блин, ну ладно. Я думал, тут будет что посерьезнее. Ну. Ёб твою медь, роботы. Ой, а я не попал. Короче, пистолет это вообще херня. Блять, я забыл перезарядиться, что ли? Я еще... Ёб твою медь, я еще и на лазере за... Дайте... Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки, так вас раз так. Пойду искать колбы. Блять, колбы еще какие-то надо искать. Так, подожди. Вот эту херню надо сломать. Где мой топор кувалда? Ого. В смысле? Он что, починить хотел? Так, какие-то надо колбы теперь найти, я так понимаю, да? Я тут все собрал? А, вот колбочка, да, что-то лежит? Так, что это? Бля! Слушайте, ни хрена себе! Не хилится? Смотрите, прикол! Это я редко в каких играх встречаю такую тему, что можно наступить на маленький огонечек, и ты такой загоришься. А чё? А я вообще колбу подобрал-то или нет? Или она у меня осталась? Рыба? Откуда здесь караси-то? Неплохо. Ну вылазь. Электро. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли в нее что-либо полезное. О, колба. Ладно, ради хорошего оружия я способен потерпеть. Две колбы. Милый, наконец-то! Достаточно ресурсов. Уже избавился от этой дурацкой перчатки. И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, да, ругай меня. И подвесил еще одного похотливого слизняка. Чего? Вот же тварь. Фу, какая она внутри грязная. В меня не входил. Мне стало очень одиноко. А чё она такая немытая? Скажи, милый. Так, а чё у меня это? Ремесленник? А, вот пропал. Так, вместо патронов используется энергию перчатки через подключенный привод. Понравилось. О. Я очень старалась.
О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся, поняла? Так, а мы улучшить? Давай сразу посмотрим, можем ли мы улучшить эту херню. Улучшить. А-а-а, вот они, эти уровни. Твою-то медь, вон как это работает. А-а-а. Ой, Олежа-то, Олежа, ничего не понимал. Улучшить? А нет, чё? Не хватает, 6. Вот это могу улучшить. Улучшить. А, ну это крутящий момент. Нет, давай мы, наверное, уберем крутящий момент и мощнейший удар оставим, может быть. Или все-таки его? Не, ладно, давай пока еще. Вот это могу... Не могу установить. И тоже не могу установить. Все, 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 я разобрался. Так, еще одну колбу надо найти, да? Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы? Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться. А солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразная свинья. А вот и третья. Ремшкаф Петров так и заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь! Так, а я вот что-то ни разу не обращал внимания, уровень тревоги-то вообще поднимается, нет? Прекрасное радио. Опа, нифига! Слушай, смотри, прям мозг, блядь. А еще есть? А руку если, ну-ка. А, нет, ну ногу, руку не это. Так, надо понять потом, как эта тема... А, вон она, постепенно странная заряжается. Песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии Радио будущего разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Раз. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Круто, да, я тоже все понял. Охуенно. Одна есть. А почему у нее здесь нос? И мы в нос что-то... Блять, это головоломка, что ли, сейчас будет? Готово. Вроде заработал. Как все просто. Профессионал вообще. Просто профессионал. Ёб твою мать. О, не маленький. Ой-ой-ой. Чаще обращайтесь к ремшкафу. Ну, понятно. Активный навык и ваше оружие. Блять, я про активные навыки вообще забываю. Чувствуется сеченовский размах. Что это за место? Кстати, вот. Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Ну, да. Оружие или способности? Давай, давай способности. Мы что-то способности нифига вообще не заходили. Что у нас тут есть вообще и что понимать-то? Вот это что? Удар шокера наносит больше урона и позволяет оттолкнуть врага. Угу. Электромагнитный блок получает улучшение, позволяющее увеличить дальность действия разряда. Блядь, тут еще смотри, персонаж! Телекинез. Полимерный бросок. Это что? Полимерный щит? Энергия персонажа. 34 контейнера? Вы чё? 43?
А перезагрузка и дестабилизация активируют щит с полным зарядом, используя его до конца щита. Блин, охренеть. Вот это что, рюкзак? Поэтапно повышенные коэффициенты компрессии делают наш РДН более вместительным. 75? Серьезно? Ну давай, наверное, шок, чтобы отталкивать можно было. Как элемент недоступен? А как понять, что доступно мне? А, вот это вот открывается, это вот... Какие открытые, вот эти можно получить. А-а-а. Долбоёб. Ты меня называла. Полимерный щит, это вот надо, вот значит открыть. Да, во. Установить типа QE. Е давай, наверное. Так, струя не генерирует боевой полимерный состав на виде струи на противника, либо на любую... О, блядь, 20. Ну, в принципе, это немного, это тоже можно. Так, установить, а вот это давай на Q. Это мы будем грязью их поливать. Здесь ничего не доступно нам. 12, это что у нас? Криогенный полимерный состав, подающийся в виде струи на противника. Подожди. Мы же это уже... Это другое что-то? Ну-ка, тут показывается. Давай, пока посмотрим. Сытно цветы. Вот залупа. Какой он едкий-то, слушай. А, это заморозка, короче, получается. А вот эта тема... Ну-ка, ну давай. Еще и загорелось все. Какая бы... Опа! Короче, давай сначала и так попробуем. Я понял. Усиление эффекты, заморозки, огня, электричество. Я понял. Сейчас попробуем Так, сохраниться надо. Полимерный щит. Ну это... Вот полимерный щит нам реально не хватало. Сохранение данных. Ну-ка, давай вот на этой теме сейчас. И чё? Понятно. Разберемся, я думаю. Ну это, короче, их обливать и на огонь их ставить, я так понял. Чтобы погибучие пироги! Вот ты! Это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Храс, не время! Ой, я согласен. Ебучие пироги. Зафиксировано нарушение микроклимата в помещении архива семенного фонда. Целостность контейнеров с образцами нарушена. Куда он делся? А! Блядь! Ой-ой-ой, музыка начинается, что-то мне это не нравится. Так, подожди, я же эту штуку сломал, остановитесь. Главное, не попади по мне. Ну-ка, давай мы тебя забрызгаем. Это все плохо. А, о. И теперь мы типа берем топоры такие. Не, мы все просрали. Ладно, я понял. Мы сейчас со временем сообразим, что делать нам. Здесь ничего у нас нету? А сюда можно пройти? Нет, нельзя. Сколько всяких образцов-то, вы поглядите просто. До свидания. Это... Это в смысле?
нихуя, ее убивать нельзя. Я понял, ее надо это. Ёб твою медь. Ее, короче, надо прямо обезвреживать. Все, больше эту тему убивать не будем. Блядь. Че, еще кто-то что? Их трое? Хил. Срочный хил. Где мой пистолюка? Вот этот пистолюка. Грязью! Залей их соплями! Блядь. Подожги! Дайте выйти! А им божественный. Просто все в голову попали. Вы видели? У-у-у. Сам Рекриент завидует моего Аиму. Он звонит, говорит, Костян, блять, научи стрелять. Я такой, не, нихуя. Поздняк, нельзя тебе. Сам учись, иди, говорю, тренируйся вон, с ботами поиграй. Ай, подожди, а зачем я возвращаюсь? Что-то я перепутал. Я не в ту сторону пошел. Нам же вот сюда надо. Понятно. Я еще раз спалился, да? Как говорится, кто умеет два раза вставать на одни и те же грабли? Константин Петрович, блядь. Ой, там что-то есть, слушай. Остановить. Ну, давай залезем. А, я и так мог залезть, да? Ты чё? А чё? Давай еще раз. Поднимай. И типа чё, надо запрыгнуть. Смотри, я тут головёшки ещё пропустил. То всё надо собрать. Всё моё. Так, это что у нас, лифт? Блин, так долго перезаряжается эта тема вообще. На пистолете зарядка. Поехали. Напоминаю, лабораторное оборудование является собственностью банка. Формы присвоения и передачи оборудования третьим отказ. Да что же я это-то про... Опять проглядел. Куда? Куда? Ну ладно, пускай развлекаются. Так, вышли, зашли, поехали дальше. Ёб твою медь, ты посмотри, они тут на танцполе выжигают все. Блядь. Ну все, хватит. Ай, ай-яй-яй. Точно, у меня же это, вот эта же херня есть. Патрон нету, подожди. И тут нету патрон. А как мне вас опустить-то? Блять, какого хрена? Просто какого хрена? А если их облить вот этой жиром? Перезаряжайся! Я промахнулся. Ой, дебил. Так, хил. Блин, музыка вообще офигенная. Вот как мне вас? Во. Пока не убью, не отстану. Последний остался. Давай. Гуляй. Так, давай сначала сейчас... Улучшение вот на эту тему. А, зачем мне на ПМ? Не-не-не, где вот это? Во, вот это. На электро.
не хватает. Оп. Так, давай-ка сохраниться. Грамотно пользуйтесь энергетическим. Угу. Оружием ближнего боя, чтобы эффективно распределять ваши ресурсы. Это вообще не про нас. Блять, они что, засекли? Тихо, 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 братан. Я еще что-то на ПМ нашел какое-то улучшение. Ты да что ты будешь делать-то? А какого? А почему она не ломается? Блядь! А что, нет патрон? О! Точно! F! Кнопка F же есть! Ой, V! Так, ты разбился? Разбился. Полимеризация! Я получил это достижение. Что у нас здесь? А, старое доброе. Которое мы на изи уже проходим. О, видали? Профессионал. За своим делом. Это чё? Тихо, не стрелять. Не-не, все, ребят, до свидания. О, патроны. Все. А, патроны для ПМ. Ну ты поднимайся. Ты чё? Поднимай. Засранец. Ленивая жопа. Поехали. Бонзай. Ай. Ай-яй-яй. Ой. Тварь все равно попала по мне. Давай, поехали у нас в жир. Поплыли. Слушай, мы вернулись, что ли, обратно? А, нет, мы с другой стороны стали, да. Ну давай откроем на всякий случай. Опа. А как это работает? Всем сотрудникам, получившим позицию, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любому причине послужит отягчающим обстоятельствам при рассмотрении вашего дела. А, все, вкурил. Блять. Как я так сделал? Во. Олег Катна. Не знаю зачем, но мы ее открыли, короче, зачем-то. Хотя нам надо идти вообще в другую сторону. Это чисто так. Профессиональное. Петро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. Вот он, у тебя бежит. 10 секунд, чтобы сдаться. Так, давай-ка послушаем вот эту штуку. Слушай меня сюда, безмозглая псина. Да, майор, это запись для тебя. Я слышу, как ты шумишь и грохочешь на складе. Живым ты меня все равно не возьмешь, так что слушай. Ты даже не знаешь, что тут происходит. Ну и кто теперь безмозглый? Придурок. Согласен. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров, ебучие пироги. Сука. Правда, Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Волшебник, я П3, прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову размозжило погрузчиком в кровавую трубу. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь П3
придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П-3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штокхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь. А, вон оно что, да? Надо еще колечки найти. Все, я понял. Но на этой прекрасной минуте и моменте, когда у нас нету времени, как нам говорят, мы заканчиваем этот прекрасный ролик. Так что, ребят, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забываем подписываться на канал, писать свои комментарии, что вы думаете по поводу этого ролика и вообще всей этой игры и всего действия, что вы здесь сейчас видели и происходит. Ну и, соответственно, повторюсь, на Твиче проходят практически каждый день стримы. Все, кто не подписался, подписываемся обязательно. Все ссылки есть в описании. Ну а на этом ролик заканчивается. И всем хорошего настроения. И до следующего ролика. Всем пока-пока, ребят.